Привет всем, дорогие! Вы знаете, у нас прекрасное время, и нас ждет невероятное событие. Событие, которое потрясет землю. В самом деле, Бог что-то приготовил для тебя. Господь что-то приготовил именно для твоей жизни. Саммит, который нас ожидает, это саммит всех саммитов. Пусть Бог тебя благословит. Сегодня время, когда каждому нужно позаботиться о том, чтобы он ехал на этот саммит сам и вел с собой делегацию. Делегацию со своего города, делегацию со своего села, делегацию со своей страны. Знаете, сегодня множество делегаций с разных мест вообще всей земли. Украины, России, СНГ, Европы, Азии. Послушайте, едут на этот саммит, чтобы разделить вот это чудо, которое будет там. Я верю в невероятное Божье присутствие, которое будет там и которым будет отмечен каждый человек. Я знаю, что твоя жизнь, она подошла к тому моменту, когда должны произойти перемены. Все в твоих руках. Ты сейчас должен заплатить любую цену, чтобы приехать самому и чтобы привести с собой людей, сыновей, как Библия говорит, принести на руках, дочерей на плечах. Так говорит Писание. Будь в Слове Божьем и помни, как бы тебе трудно не было, насколько бы ты сегодня не был убежден, что невозможно попасть на саммит и невозможно привести делегацию. Послушай, сбрось это просто со своего мозга. Это, знаешь как, дьявол делает так, чтобы ты себя так видел. Но Бог тебя видит по-другому. Бог тебя видит тем воином, который сможет все. Я благословляю тебя на то, чтобы ты приехал, на то, чтобы ты привез делегацию, на то, чтобы у тебя все получилось, чтобы у тебя все сложилось. Пусть Бог тебя обильно благословит. Я сердечно благодарю каждого из вас, друзья. Я благодарю тебя, друг, потому что ты сегодня партнер, ты сегодня молитвенник, ты ходатай. Спасибо тебе за твои молитвы. Спасибо тебе за твою жертву, за все, что ты делаешь. Пусть жертвенник, который будет 31 января, этот жертвенник просто будет принят Богом. И этот день мы назовем Днем Благоволения. И ты должен войти в это облако людей, которые это благоволение переживут. Я благословляю тебя. Пусть мир Божий пребудет с тобой. Амен, амен, амен. Всем-всем-всем привет. Аллилуйя. Пока.